Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, ты чего мне там приуныл? Ну-ка лети давай, собирай древесину. Беззубик. Изучить волну бесплатно. Так, кривоклык. 84 тусклого янтаря мне принес. Пускай идет слизь бесплатно. Грамгильда. Тоже 84 тусклого янтаря. Они сговорились, что ли? Я не понимаю. Так, лети в лес. Опять же, бесплатно. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас тут еще есть. Обменять тусклый янтарь я не могу. Я не накопил нужного количества пока. Так, здесь что-нибудь есть интересного? Ничего для меня полезного здесь я не вижу. Так, а ты что сидишь? Ну-ка, лети на сборы. Так, а ты пойдешь у меня собирать рыбу. Этого парня, наверное, мы немножко прокачаем. Бремя гнильца. И отправим его на тренировку. 250. Слушай, мы можем его обучить, кстати. Стоит ли оно того? Я думаю, стоит, потому что он будет приносить нам 60 железа. Пускай летит. Да, конечно, требует он очень много к себе ресурсов. Но я думаю, что оно, ребята, окупится рано или поздно с лихвой. Так, что у нас тут? Ну, понятное дело, что 2 железа. Не 80, не 100, а 2. Всего лишь 2 железа. Ну, 2. Почему-то я другого даже не предполагал. Так, отправляем его заново. Здесь у нас... Ага, мы можем прокачать до 90 уровня. А что нам это даст? Не знаю. Честно говоря, ничего, по-моему, не даст. А здесь открываем с тобой бесплатно пак. И рекламный заодно сразу глянем. Так, громовой костолом. Чутка ресурсов, ну, в общем, все как обычно. 6 монет Одина и сам пак. Костолом, громоль, чудовище. Ну и, в принципе, все на этом. Так, отказаться. Ну, показывай, что ты мне принес. Корма, опять же, тусклый янтарь. На поиски. Этот тоже нам приносит листочек. И также тусклый янтарь. Так, здесь заберем награду. Окей. Так, тут-то у нас что? Нужно проверить драконов еще раз, чтобы убедиться, что они готовы. Хорошо обученный дракон, могучий дракон. Повысить уровень каждого из 11 драконов на 2. Ну, надеюсь, у нас получится. Да не то, что надеюсь, а будет, правда, это... Не так быстро, но тем не менее. Все мы это сделаем. Так, что у нас? Остальные все, в принципе, при делах, да? Все заняты. Значит, нам остается только лишь начать проходить события. И первое, которое у нас здесь выпадает, это свирепые против хранителей. Один день. То есть это получается, видимо, короткое событие. Да, друзья мои, проходится оно за одну заходочку. И поэтому я, по-моему, с удовольствием приступлю. Свирепый, значит, против хранителей. Так, ну что ж, давай посмотрим. Это, ребят, по-моему, не свирепый, не шиша. Это у нас, насколько я помню, это стража. С какого перепуга? А, хранители, их же... Точно, ребят. Хранители это и есть стражи. А свирепые это как раз наши вот... У нас здесь только один свирепый, и это именно кривоклык. А это стражи. Блин, тяжело нам будет с ними драться, если честно. На одном, так сказать, кривоклыке мы не уедем. Так что надо будет как-то здесь вести усиленные бои. Так, хильнемся. Причем это только... Опа, причем это только первая волна. Еще вторую мы не видели. Но там, наверное, тоже будут стражи. Так, точно. Так, ну этого сородича Лаварыга мы трогать пока не будем. Я займусь, пожалуй-ка,
костоломом. Да, свирепые, конечно, очень сильно наносят урон. Надо будет глянуть, может быть, у нас что-то в закромах есть. Кто-нибудь тоже из свирепых. Насколько помню, у нас скалотряс, но он, по-моему, уровня очень маленького, поэтому его здесь вряд ли мы много выхлопа получим. Понимаешь, к чему я? То есть, не особо сильный вариант. Единственное, что понижать броню, да, и вот таким вот образом бомбить. И последний вариант — это действительно брать свирепых, доставать из нашей копилочки, и чтобы они участвовали в боях. Ну что, будем надеяться, нам будут выпадать здесь ресурсы. Но не так же мало, ё-моё. Я как минимум на соточку рассчитываю. А чё мне тут 22 миллиона древесин? Это фигня. Ну что, мы забираем с тобой пак загадочный. Дальше у нас идет какой-то там интересный тоже пак. По-моему, он тоже с ресурсами, насколько я помню. Так, ну что, давай проверим. Да, ребята, только лишь стражи будут здесь. Стражи, хранители, называй их как хочешь. Суть толка не меняет. Начнем, естественно, с костоломов. Так, стоп. Блин, надо будет глянуть. Наверное, после этого поединка я все-таки посмотрю, кто у нас там вообще есть. Но опять же повторю, ребят, уровень должен быть, ну, не меньше 16-го. В другом случае просто это бесполезно будет. Видишь, что он делает? Он знает, кого бомбить. Потому что кривоклык наносит ему огромный урон, в отличие от моего барсика или того же самого штормореза. Так, на второй волне у нас что там? Ага, громобой. Но я, наверное, все-таки начну с громоля. Этот громобой не так опасен. Потому что громобой синий, это как бы, можно сказать, голубенький. Синий намного опаснее. У которого очки тут на глазах, в общем, все дела. Этот так себе, попшикает и перестанет. А вот громоль, да, громоль мог бы нам сейчас неприятностей тут целую кучу дать. Со своими фаерболами. Так, ну что, понижаем защиту и, думаю, добиваем. Ну что, очередное колесо. Опа. Загадочный пак выпадает нам шикарно. Плюс мы с тобой еще здесь забираем пак. Замечательно. Так, ну что, сейчас будет поединок у нас за 100 рун. Это, в принципе, неплохо, ребята. 100 рун на дороге не валяются, тем более руны мы купим. Твою налево, я забыл посмотреть. Я забыл посмотреть свирепых. Ёк-макарёк. Все время отвлекаюсь и забываю. Ладно, думаю, что здесь мы справимся. Понижаем броню. Так, ну что, на следующем ходу мы уничтожаем с тобой скалу. Сейчас будет бомбить кого-то. Слушай, он не стал глушить, я не знаю почему. Он бы мог, но он не стал. Сейчас этот будет, наверное, на разбег делать. Ну да. Достается, как всегда, моему бедному кривоклыку. Слушай, как же их тяжело бомбить, а? Ну что, вторая волна. И здесь, ох, здесь уже их трое. Твою ж налево. А, я даже не знаю, кого тут, с кого начать. С громорога попробуем. Сейчас мы его расчекрыжим здесь. Он же, по-моему, не бафер. Почему я его тогда боюсь? Бафер у нас немножко другой громорог. Этот так себе. Плевун я его называю. Так, нам бы хильнуться, но хильнуться я не могу, потому что нас заблокировали здесь. Теперь главное, чтобы выжил мой шторморез. Они сейчас будут всячески... Нет? Я думал, что они всячески будут сейчас его гнобить. Но видишь, все отлично получается. Так, этого уничтожили. Здесь сделаем отхил. Причем отхилились не кисло. И будем бомбить громобоя. Почему громобой, ребят? Ну, во-первых, сам видишь, он блокирует мои спецудары, которые мне нужны.
Так, подожди-ка, давай-ка я нахильнусь. Вот таким вот образом. И добьем. Ну что, Костолом? Я думаю, что тебе уже деваться некуда, парень. Ты просто окружен. Окружен моими бойцами. Все. Ну что, крутанем. И заберем с тобой 75 миллионов дерева. Сущие копейки, да, скажем так. Но зато 100 рун забираем. И вот это уже будет поприятнее. Это уже будет посолиднее. Так, почти 7300. Ну что, я хотел глянуть, где у нас там 13 уровень, 12, 10. Так, ну кривоклык это понятно. По классу. Так, а громобой у нас не может разве быть улучшенным? Может, конечно. 14 разряд получает. Так, злобный змеевик. Ну, злобный змеевик вообще слабенький. Тут 7 разряд всего лишь. То есть нам некого заменить. Неким. Сам видишь прекрасно, да? Чемпион, скалотряс слабый. Ужасное чудовище, 11 разряд. Чемпион хлысторез, 12 разряд. То есть альтернативы нету. Костолом только что вот 15 разряда. Костолом 15 разряда. Но если его брать, то вместо кого? Вместо... Ну давай попробуем вместо барса и вепря. Но 15 разряд. Ладно. Надеюсь, я не сделаю очередную ошибку. Не хотелось бы мне, конечно, тут фейлиться. Так, ну что, поехали. С кого тут начать-то? Тут, в принципе, можно с любого начинать. Особой разницы нету. А еще вытворяет. Все втроем, да, сходили, довольные. Поехали. Так, мы можем... Я, наверное, просто ударю. А здесь вот так сделаем. Ну, сейчас будет кого-то глушить. И кого же? Да, вообще промахнулся, отлично. Вот это мне нравится. И тут промахнулся. Лучше и быть не может. Когда эти ребятушки начинают промахиваться, это просто бальзам на душу. Давай добьем этого супостата. И здесь понизим броню. С пониженной броней, естественно, они будут намного быстрее разбираться. Почему они так не возлюбили моего кривоклыка? Я, в принципе, догадываюсь, ребят. Во-первых, это тактическое преимущество у него, да? Во-вторых, у него уровень. Уровень довольно приличный, который дает нам возможность, в принципе, без проблем уничтожать этих костоломов. Естественно, поэтому они боятся. И не хотят, чтобы вот тут буяли. Так, ну что, давай сделаем таким вот образом. И... Так. Ух, шикарно. Так, последняя волна. Ну что? Давай я, наверное, вот с того, с дальнего начну. Ух, как он хорошо, ребят. Он очень хорошо бомбит под усилением. Под усиленной атакой вообще просто на ура. Но нам бы хильнуться не помешало бы, на самом-то деле. А хильнуться мы с тобой в ближайшее время не сможем. Никак. Единственное, что я могу сделать, это вот этого добить. И начать, наверное, потихонечку вот так вот делать. В принципе, тут уже не важно. Возможно, мы кого-то сейчас потеряем. Ох ты, защиту поставил. Он думает, что эта защита ему поможет, что ли? Я тебя умоляю. Нет, браток, не поможет. Ну, вот и остался у нас Громорог. Один-единственный, и то попасть не может. Бедный, наверное, ручки затряслись. Лапки подшатнулись. Я понимаю. Я понимаю, что ему крышка сейчас будет. Что-то они вообще не попадают по нам, прикинь. Просто не попадают. Вот и все. Давай-ка что-нибудь нормальное мне, пожалуйста. Ну вот. Можешь же, когда хочешь. 262 миллиона древесины. Совсем другое дело. А то дает мне там
крохи какие-то. Так, ребята, а у нас босс. Да-да, собственно, персоны, босяцкий. А награда вообще высшая здесь. Какая-то статуя зайчика, каменная причем статуя. Две волны, вот он, вот, ребята. А с какого перепуга здесь делает хитрый? Не понял. Это что за фокус это? Хм. Мы как бы так не договаривались, если что. Откуда он здесь вообще взялся? Там было написано: стражники против свирепых. Да. Так, сейчас кому-то будет бубо. Слушай, тут надо делать вот так. Это обязательно. Это необходимость. Иначе они бы шторморезы моего ушатали, поверь. Ну что, поехали, начнем мы с того, с крайнего. Сейчас мы его распетрушим. Так, опять бы глушить. Да, он глушит моего штормореза. И этот еще присоединяется. Так, смотри. Так, ну не забывай, что это только первая волна. Вторая будет впереди. Так, нам нужно будет хильнуться обязательно. Есть такое дело. Кусаем. Что ты там? Ну что, пониженная броня, это, конечно, не есть гуд. Все, ему крышка. Ну и что у нас тут? Ну, в принципе, друзья, начнем, пожалуй-ка, мы, наверное, с костоломов. А громорогом уже займемся после того, как уничтожим его стражу. Или охрану. Охрана, да? Пока все терпимо идет. Слушай, они часто ли они ходят? Что-то мне так казалось, что они зачастили. Так, минус один. Громорог — это фигня. А кто их будет сейчас глушить? Наверное, штормореза. Ёпрсте. А вот этого я не ожидал. Да, печалька. Ну, понятное дело, шторморез, он не имел защиты против свирепого, против хранителей. Поэтому его быстро так и уничтожили. Он сейчас здесь особо ничего здесь нам не сделает. Слабоват он, поверь. Так, усилимся. Я бы его, конечно, бы на самом деле взял бы лучше бы в слепоту. Если бы он сейчас был бы просто в слепоте, мы бы сейчас им занялись бы очень плотненько. И, пожалуй, я так и сделаю. Пускай он тут будет в слепоте, мы будем его потихоньку разбирать. Поехали. Будет, конечно, тяжело. Но зато эффективно. Можно там нам даже еще хильнуть, наверное. Вот так вот сделаем, на всякий случай. Вдруг что-то пойдет не по плану. А у нас такое бывает. Ну, окей. Так, нет, не надо так делать. Пускай вот в слепоте побегает. Слепой крот. Что это он сделал? Он на себя повесил щиты. Это не очень хорошо. Потому что щиты у него довольно сильные, если приглядеться. Слушай, ты давай завязывай, парень. Вешает он там на себе щиты. Так, погнали. Ага. Все. Ну как сказать, все. Эх, надо было слепоту. Ладно, фиг с ним. Слушай, а мы можем так вот сделать. Но это, по-моему, на один ход, насколько я помню, да? То есть он не сможет воспользоваться своими навыками. В принципе, это и не нужно. Победа. Ну что, друзья, крутим колесо, забираем рыбу. Забираем рыбу и забираем с тобой последнюю награду.
Какой-то там кролик каменный, я не знаю, как его назвать по-другому. Ну что, давай открывать. Монеты Одина. Так, ужасное чудовище. Кревет, вострозуб. Пошли ресурсы. Следующий пак. Опять же монеты Одина. Это все загадочные паки. Значит, душитель, чудовище, прихвостень. Ресурсы. Окей. Так, следующий. Вот он. Сокровище плеваки. Рыба. Рыба, древесина, руны. Плюс янтарь блестящий. Так, древесину мы с тобой не можем. На Улхе новая акция какая-то. Беззубик с кроличьими ушками. Прикольно. Так, и последний. Вот, ребята, это у нас изваяние. Пасхальное изваяние. Куда бы его поставить-то, я даже не знаю. Ну, давай, наверное, вот сюда. Вот и все. Так-с, у нас следующее. Что мы там не добрали? Все вроде бы есть. Так, я могу кого-нибудь отправить за древесину работать. Так, это у нас что? Ну-ка, вернись. Блин, его бы тоже надо бы прокачать. Он бы нам давал, ребята, еще на двадцатку больше железа. То есть 60 железа бы он бы нам приносил. Но у нас не хватает, сам видишь, чего. А кто же тогда у нас согласен? Именно за древесину поработать. Есть такие? Или нету? Так, стоп. Буйволорд. 7 железа. Ну это как-то... Не знаю, ребята, мне кажется, это глупо немножко. 625. Ладно, пускай летит. Ну что, у нас еще одно событие. Оно уже будет, наверное, подлиннее, подольше. Это драконий корень устранения. Да-да-да-да, оно довольно длинное. Это событие. И в конце 250 рун. Ну что, давай потихонечку начнем. Единственное, что я хочу вернуть, это... Трындец, я не успел вернуть Барсика. А, вон у меня здесь, все, все отлично. Так, ну что, погнали. Окей. Так, давай вот сюда бомбанем. Тут сколько, две волны будет, да, у нас получается? Промахнулся недотепа. Сейчас мы тебя тут накажем. Злобный змеевик. Думает, что тебе все можно, что ли? Нет. Хвостом бьет. Ух. Да. Вторая волна. А чё у вас так много-то, эй? Я уже отвык от таких больших волн. Так, минус один. Так, змеевичок. Не надо вот этого парень делать, не надо. Так, хиляемся. Нам нужно его уничтожить, потому что он с усиленной атакой, плюс у него ускорение еще стоит. Хе, промах. Но он тоже себе сделал усиление атаки. Так, в топку. Теперь того. Теперь злобного земляника. Отлично. Победа. Ну что, очередное колесо. Мне нужны ресурсы. Мне нужна рыба. Но не в таких количествах. Нужно... От 100 миллионов это точно, чтобы шла прибавочка. Так, 600 тусклого янтаря в плюсик забираем. Раз, два. Ну, как всегда, мы дойдем с тобой его до сюда. До 1500 тусклого янтаря. Это уже стандарт, это мера. Смотри, как они странно стоят. Рядышком, почему-то не по отдельности. Так, ну что, начнем с хитрого, само собой. Потому что хитреца нам разобрать быстрее. Тем более здесь у нас против хитрых, сам знаешь, да? Кто действует? Наш Барсик и наш Шторморез. А вот против стражей, естественно, Кривоклык. Только он здесь рулит.
И он его запечатал. Он его запечатал, но, в принципе, он не собирается там никакими суперударами. Он вот так вот уничтожает, просто кусая. Два хитреца. Угу. Ну, ты смотри, что вытворяет. Ну-ка, родной, подлечи. Красиво. Ну, шепот смерти в любом случае уже не жилец. Что бы он тут ни делал, как бы он тут не выпендривался. Ах ты, доиграешься, парень. Все, двоих сразу. Да ладно, прилив сил, что ли? Точно. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Прилив сил — это тоже нормально. Так, еще один поединочек, и у нас будет в кармане, так сказать, загадочный пак. А что это вы здесь его одного поставили? Интересно. Ну ладно. Один так один. Один в поле не воин. Так, я не знаю, давай, наверное, просто вот так бомбанем и сделаем добивку. Что у нас тут? Хофер. Ага, и два этих хламона. Я не знаю, начну, наверное, с хофера. Хиляться, хиляться надо. Хиляться нам надо. Блин, мощно бомбят, конечно. Да что ты, я думал, мы его все-таки сейчас уничтожим. Не добивает кривоклык, к сожалению. Тут уже нет смысла, давай сюда ударим. И на отхиле его уничтожим. Так, два брата супостата ходят. Что? Что? Друзья, это что такое сейчас было-то? Да, мы, наверное, потеряем с тобой все-таки Барсика. Он добьет его. Из принципа его добьет. Но главная победа. 37 миллионов древесины. Опять же повторю, это, ребят, мало. Забираем с тобой пак загадочный на почту. Так, и переходим с тобой вот сюда. Ну, как я говорил, здесь поединок, и вот здесь будет окончательный. То есть как раз две энергии. Что-то музыка куда-то исчезла. Куда исчезло музло? Остались только... только такие, да, звуки? Звуки битвы, так скажем. И самое главное, что он опять здесь один. Ну что ты, что ты, что ты? Последняя волна. Хм. Так, ну, скалотряс... как бы нам тут не особо нужен. Давай по чесноку. А тут у нас и крылатый ужас, и хоферсон. Нет, это не хоферсон, ребята, это... это крылатый ужас, только он титан, насколько я помню. Фига себе, кривоклыку досталось. Да, эти ребята знают толк в боях. Ты посмотри, что заморозка плюс понижение атаки. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Крылатый уже остался один. Я думаю, что мы все-таки выживем здесь. Все, ребят. Так, смотри-ка, еще один загадочный пак выпадает. Сегодня какой-то у нас день паков, я бы сказал. Тем более, день загадочных паков. Так будет правильнее. Ну что, пойдем за 1400 тусклым янтарем. Я, по-моему, еще не заказывал там, да, на корабле янтарь перерабатывать. Поэтому сразу все в кучу засунем, все будет нормально. Так, давай-ка душителя, наверное, начнем потихоньку мурыжить. Хотя выгоднее было бы вот это, мы бы его быстрее уничтожили, на самом деле. Да, дымодышащего быстрее бы уничтожили. Ой, сейчас так хильнемся, наверное. Так, идемся и этого добьем. Так, ну что ты там будешь делать? Понятно. Минус. Так, хофер. Наверное, с хофера начну. Поехали.
Хофер плюс понижение брони. И, наверное, вообще... Стоп, 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 стоп. Добить сможешь? Красавчик. Красавчик, Кривоклык. Давай сюда, наверное, все-таки пойдем. В этом направлении. Тихо, хиляемся. Мы хильнулись. Теперь укус. Громоль ничего здесь особого не сделает. Барсик добьешь? Красавчик. Так, понижаем броню. Ну и, в принципе, ребята, ему кранты. Или все-таки уничтожит Барсика? Ай, неприятно, конечно, было. Но главная победа. Ну что, очередное колесо. Выпадает нам 112 миллионов рыбы. Это уже поприятнее будет. И, соответственно, тусклый янтарь в полном объеме. Все, забрали и забыли. Надо будет еще нам с тобой тут. Походу, да, испытание длинное и долгое, поэтому еще два раза нам надо будет здесь встретиться на нем. Ну, а пока давай открывать загадочные паки. Шепот смерти, кривет, беззубик. Следующий. Забираем. Но Лаварык, Громоль, Кривет. Ну и все остальное по минималке. Так, и заберем, наверное, древесину. Все, ребят, древесину забрали. Так, я хотел сразу же, наверное, заказать переплавку янтаря, насколько это возможно. Две штуки, ладно, сгодится. Так, я насколько помню, у нас вообще ни одного пака нету. Ребят, давайте хотя бы разочек сыграем. Ну, три пака, чтобы у нас было. То есть, чтобы у нас появился пак вождя. Как только пак вождя добиваем, значит, все у нас окей. Начну с креветика. Так, с кревета сейчас костолом. Нифига ты. Вот он вжаривает, ты прикинь. Сейчас уничтожат меня. Но я уже чувствую, ребят, что сейчас мы тут, по-моему, сфейлимся. Барсик, вали его. Этот уничтожит меня. Да, шторморезом уничтожили. Так, ну что ты, зелень, будешь делать? Пошла вон туда, да, значит? Блин, этот сейчас, если усиленную атаку сделает, будет бубо. Он понижает защиту. Давай мы вот так вот сделаем, пускай он нам помогает. Шикарная помощь. С такой помощью мы с тобой, ух, прорвем сейчас. Очень далеко. Ну, а точнее, мы здесь с тобой сможем вообще победить. Так, сарделька была слепа. Вешаем дальше слепоту и начинаем потихоньку его размурыживать. Ну, давай, Ханори, ходи уже. Так, делаем укус. Делаем подсечку. И сейчас будет пробивной от Кривоклыка. От собственной персоны. Поехали. Вот и все. А у нас тем временем следующий поединок. И я смотрю здесь... Ух, какие они жесткие-то все. Начнем, наверное, вот с этого громобоя. Блин, не нравится мне вот это ужасное чудовище. Хильнуться мы не успеем, к сожалению. Я могу только вот так себе позволить. Барсик, добивай его. Дальше берем, наверное, ужасное чудовище в разборку. Кривоклык потерпит пока. Фу, Кривоклык, костолом. Окей. Немножечко залечили себе раны. Ну давай, давай, давай. Промахнулся. Второй раз, кстати, он промахивается. Что я тебе скажу? Все, все отлично будет сейчас. Так, и добиваем. Так, подожди, он успевает все-таки сходить. Ну и все. Ну что, ребята, очередной, последний, я надеюсь, поединок. Да-да, именно с него и начнем тогда, с первого, потому что это хитрец. Как раз под разборку идет очень хорошо. Но пристиголовые тоже будут меня сейчас напрягать здесь, конечно. О, видишь, что творит. Так, мы одного уже убрали с их команды. Но у нас тут, ребят, тоже спорный вопрос. По-моему, Барсика сейчас мы потеряем. Как бы я не хотел, чтобы это случилось, ребята, все равно этот пестиголовый, да, сделал свое паршивое дело.
Если сейчас Кривоклык сможет его бомбануть, это будет круто. Красавчик ты мой. Ну, а дальше будет все попроще. Здесь мы понижаем броню. Пускай даже с усиленной атакой, ничего страшного, ребят. Абсолютно ничего страшного, потому что мы делаем на него вот так вот слепоту. И дальше начинаем его раскурочивать. Выкорчевывать, так сказать, корнями. Все. Добиваем? Нет. А вот ты добиваешь. Вот и все. Ну что, друзья мои, в этот раз немножечко получилось получше, потому что здесь все-таки хотя бы один редкий пак выпал. Я именно с него, пожалуй, начну. Ну и, естественно, пак вождя. Шторморез, душитель, кревет, лаварык, чудовище ужасное, водорез, громорог и опять же кривоклык. Вот как-то так. Да, я скажу тебе, сегодня неплохо мы повоевали. Даже еще и награду получим. А что у нас там в награде? Ага, светлый янтарь, блестящий. Блестящий янтарь, ну и вроде бы как пока все. Ага. Ну нифига, вот дали бы мне 300 вот железа, это было бы вообще, ребята, замечательно. Согласись. Так, а что у нас тут? Слушай, подожди-ка, а у нас же паки. Где у нас пак? Пак на древесину. Дай-ка я его открою. Хотя мне нужно было на рыбу. Лучше бы, конечно. Кстати, и про рыбу тоже. Так, где у меня этот... подожди. Кревет вроде бы, да? Кревет. Блин, мы его отправили обучаться. Ё-моё. Мы его отправили обучаться. Здесь что у нас? Так, крылатый ужас. Лети-ка. Лети-ка ты на... Блин, обучаться его отправить, что ли? Или все-таки за... Пускай летит за железом. Чего не хватает? А не хватает нам немножко рыбы. Поэтому тогда пускай идет и обучается. Так, модификрылку мы с тобой отправили или нет? Тоже бы ее обучить бы, да, на самом-то деле? Да, дорого, конечно, она обходится мне. За 500 рыбы. О, лети, обучайся. Становись титаном как можно быстрее. Блин, а походу за древесину никто не хочет поработать у нас, да? Совсем-совсем никто что-то не хочет. Так, давай хотя бы отправим кого-нибудь учиться, обучаться. Вот, вот. Блин, уже места нету. Я вроде никого не отправлял, уже почему-то места нету. А ты что сидишь тут? Какого там уровня? Яркий ужас 71-го, да, будет? Ну, вроде бы пока и все. Заберу здесь награду. Вот так вот. Ну что, друзья, на этой ноте я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.